44-летняя Татьяна Навка вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. На курорт отправилась и 32-летняя Полина Гагарина со своими родными. Звездные блондинки показывают фрагменты своего времяпрепровождения на островах. Они наслаждаются теплой погодой, купаются в океане и изучают местные красоты. Сегодня звезда Евровидения 2015 опубликовала забавный снимок, на котором она запечатлена в бикини во время воздушной тренировки. В кадре Полина висела на лентах, приняв позу вниз головой. «Кто перевернул телефон?» — с юмором написала Гагарина в Инстаграм. Татьяна Навка тоже не упустила возможности заняться своей фигурой. В отличие от Полины, олимпийская чемпионка была в неоновой спортивной футболке и черных леггинсах. Ни дня без спорта. Даже утро в выходные. В этот раз решила попробовать что-то новое, аэро-йога, авай-ряга, но поняла, что все же не мое. «Традиционная йога мне подходит больше», — отметила Татьяна. Поклонники восхитились силой воли супруги пресс-секретаря президента России. «Вы великолепны. Браво, молодец, красиво. Труженица. Даже в отпуске на отдыхе трудится. Умница. Зарядите меня своей бодростью. Я ужасная лентяйка. Мои восхищения», — написали фолловеры. Татьяна Навка показала младшую дочь на отдыхе. Звезда удивила сложной стойкой на голове. Она восхитила поклонниц фигурой в бикини.